Так, за 7 месяцев текущего года государственную услугу по содействию самозанятости получили более 1500 человек. С начала года сумели успешно защитить свой бизнес-план, оформили предпринимательскую деятельность и получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета на открытие собственного дела в размере 117 тысяч рублей более 70 человек на общую сумму 8 миллионов 300 тысяч рублей. К наиболее востребованным видам предпринимательской деятельности в крае относятся предоставление услуг населению, сельскохозяйственное производство и торговля.